известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех наших телезрителей. В эфире снова наш телевизионный канал NEVS TV. И я его ведущий Всеслав Соло. Новая передача, 41-я, которая называется «Новый год. Энергия и смысл». В студии задает сегодня вопросы мой соученик Раци Татарис. А я, как всегда, буду стараться стремительно, точно, глубоко и основательно отвечать на эти вопросы. Ну что ж, давайте послушаем первый вопрос Рате. Скажите, пожалуйста, в чем энергологический смысл празднования Нового года? Времени, когда один год заканчивается, начинается другой. Если обратиться к интернет-ресурсу, можно найти различные даты празднования Нового года у различных людей, различных народов в разных странах. И, соответственно, разные традиции празднования Нового года. Но если посмотреть, то празднование всегда было приурочено к какому-либо событию. Либо разлив реки, либо смена времен года, либо завершение какого-либо цикла. И наверняка праздник имел какое-то название, хотя, может быть, это было и не так. Но в чем же смысл того, что люди празднуют смену одного года на другой? И самое интересное, что зачастую теперь это происходит даже несколько раз. Но принято международно отмечать Новый год 1 января. Но у каждого народа есть свои традиции, и зачастую они ее соблюдают. Поэтому у некоторых народов получается не одно празднование, а три празднования. Понятно, что это связано с экономикой, что в это время хорошо продавать различные товары, еду, там подарки. Но тем не менее, в чем же смысл того, что люди празднуют смену одного года на другой? Отвечая на этот вопрос, Рация, я прежде всего хочу немножечко удивить наших телезрителей. Да-да, именно удивить. Дело в том, что Новый год, как и многие-многие другие даты и праздники, существуют не просто так в жизни цивилизации, в жизни конкретных каких-то народов, каких-то общин, обществ, группировок людских и так далее и тому подобное. Почему? Потому что любые даты, праздники и прочее, они прежде всего призваны утверждать, фундаментально подтверждать и распределять массы времени. Да-да. Как ни странно, но именно время в основе лежит, в основе всех наших празднеств, всех наших дат, и в том числе такой великой даты, как Новый год. Почему я так говорю? Потому что если задаться вопросом, что такое время, то можно долго чесать затылок, перелистывать множество научных книг, разговаривать с огромным количеством умнейших людей на планете и в конечном итоге не получить ответа толкового. Вы знаете, разные люди и разные ученые представляют время по-разному. Я вам скажу, что существует однозначный ответ, что такое время. Коротко поясняю. Время, тире,
Это мое авторское представление, да? Правило авторское, Всеслава Соло. Время тире. Это масса привязок. Масса пространственных привязок. Чем больше масса пространственных привязок, и чем больше расстояние между этими пространственными привязками, тем больше времени будет взвешено или рассортировано, распределено, или будет иметься. Ну, это в зависимости от подхода, да, к этой массе привязок того или другого человека, или того, кто вообще хочет ею заняться, рассмотрением таковой или изучением, или употреблением. Так вот, получается, время – это масса привязок. Что же имеется в виду здесь? Дело в том, что если вы сейчас зададитесь вопросом, а можно ли, скажем, взять, вот вам сейчас, уважаемые телезрители, поднять попу свою, да, извините за такое немножечко улыбчивое, да, наименование вашей пятой точки, ну, такое детское, да, попу, не страшное, не ругательное, поднять попу свою и, скажем, пойти, ну, в какой-то известный вам там универмаг центральный, если вы в городе живете. Если это поселок, то тоже есть, наверное, какой-то центральный магазин. Если это деревня, то, наверное, сельпо какое-то или баба-клава, которая торгует в том числе и самогоном. Да? То есть вот поднять попу и пойти. Скажите, пожалуйста, у вас же будет определенное время потрачено, чтобы дойти куда-то. Да, кто-то потратит полчаса, кто-то 3 минуты, а кто-то 2 часа, говорится, ему нужно будет еще и в метро ехать и так далее. То есть у всех по-разному уйдет времени по количеству, да? Так вот, скажите, пожалуйста, а если я сейчас вам предложу пойти в этот же там универмаг, предположим, да, центральный в вашем городе, и оказаться не в том универмаге, в котором вы вот сейчас можете оказаться, поднявши попу и пойти туда, да, если то, ну, скажем, через час, а вот в универмаге оказаться, который на год вперед стоит. Да-да, именно на год вперед. Скажите, вы сможете там оказаться? Вот сейчас вот выйти и через 2 часа оказаться на год вперед в универмаге стоящем. Вы скажете, ну да, ну как это? Это мне надо тогда через год поднять попу и пойти туда. Я скажу, да, конечно, через год, не раньше. Потому что логика вся подсказывает, что для этого потребуется вам 365 дней, а может даже 366 дней, просыпаться утром, принимать душ, кушать, завтракать, одеваться, ехать на работу или это выходной что-то делать. И так 365 дней пройдет, и только тогда поднимите попу и окажетесь в этом универмаге через 2 часа на год вперед стоящим. Да, это логично. Но скажите, пожалуйста, а что вы сейчас перечислили вот за эти 365 дней? Что вы перечислили? А то, что вам нужно будет множество разных сделать каких-то вещей за эти 365 дней, да, прожить год целый. То есть и к друзьям ходить, какие-то праздники встречать, и ругаться с кем-то, и мириться с кем-то, и спать, и кушать, и отдыхать, и писать, извините, и какать, и потеть, и купаться, и чего только не делать, да? Ой, как много всего! А вот это много всего требует целых 365 дней. Значит, вот представьте себе, это вот целая такая масса чего? Привязок к определенным выполнениям чего-то, да? Конечно, вы можете 365 дней просто привязать свою попу к креслу и не вставая сидеть и ждать, когда этот год пройдет. Ну, вам все равно придется, как говорится, тогда шланги подсоединять, чтобы в туалет ходить, что-то кушать там и так далее. Все равно какие-то привязки будут идти. Все равно нужно будет и спать, и просыпаться, и шевелиться как-то, и купаться, все равно придется что-то делать. Или вас будут купать, если вы не захотите сами это делать. То есть в любом случае все равно какие-то дела будут, понимаете? Моргать придется. Это же тоже дела, да? Тоже привязки, тоже масса привязок.
смотреть куда-то, думать о чем-то, слышать что-то, анализировать что-то. Все равно это будет масса привязок, даже если вы попу не поднимете за эти 365 дней, от своего дивана не оторвете. То есть, вот оказывается, время – это масса привязок определенных действий, череда действий. Эйнштейн, кстати, об этом тоже говорил, что если ракета летит с огромнейшей скоростью, то эта череда действий может миноваться, и тогда пересечение, да, пространства может оказаться наиболее быстрым и ярким. И за одно и то же время можно проскочить огромное пространство, вплоть до моментального скачка пространственного осуществить. Но это отдельный разговор. То есть, другими словами, я маленький пример приведу. Я как-то получил книги, тираж книг. В Краснодаре отпечатал второй роман «Астрального тела», «Натура или всея любовь». Ой, извините, это третий. «Изида или врата святилища». И я, значит, привез его ночью, помню, из аэропорта. Я тогда жил в Москве, недалеко от Шаболовки, из аэропорта привез. И нужно было перетащить тираж в квартиру, в которой я жил тогда, там, на третий этаж. А автобус, который вот Икарус, да, я заказал и привез книги, он был большой, естественно, он не мог к подъезду-то подъехать. Нам пришлось выгружать из Икаруса на тротуар один, потом перетаскивать к дому, потом затаскивать на первый этаж, второй и на третий только, да. И вот представьте себе, то пространство, которое я обычно без книг преодолевал за, скажем там, ну, 30-40 секунд, я преодолел за 3,5 часа. Вдвоем мне помогал мой соученик, мы вот перетаскивали тираж. Значит, смотрите, как интересно получается. Без книг за 30-40 секунд, а с книгами за сколько? За 3,5 часа. Получается, что ж такое время? Время – это масса привязок. Я не мог без книг, мне только с книгами нужно было. Вот поэтому у меня ушло больше времени. Значит, получается, время имеет массу моих привязок, моих дел каких-то. Сейчас уважаемые ученые слушают и мотают на ус, и понимают, что ведь я-то прав абсолютно, что время имеет массу. Обязательно массу. И массу определенных привязок. Не моих, так вселенских, фотонных сияний, чего хотите, да, то есть все равно имеет массу. Так вот, получается интересная штуковина такая, что мы, когда отмечаем Новый год или какие-то праздники, что мы делаем? Мы отмечаем в пространстве определенную массу отрезок времени, массу времени. То есть, получается, все праздники на Земле, все абсолютно, и в том числе Новый год, я бы сказал, даже прежде всего Новый год, потому что Новый год встречают абсолютно все, придуман магами для того, чтобы поддерживать вселенское время, распределять его, чтобы не было хаоса. Вот для чего это все создано и придумано. То есть для поддержания времени. И если уже рассматривать подробнее, под микроскопом вопрос рация, то там были такие детали, как, скажем, Новый год у всех по-разному встречается. Там 1 января, там у кого-то в феврале, у кого-то там летом, у кого-то еще когда-то, да, у кого-то на Луне, я шучу, может, когда-то и будет на Луне. Сейчас вон этот квантовый двигатель-то изобрели, и туда 3,5 часа лета будет до Луны, так что, может, и на Луне будут встречать Новый год скоро. Ну, не об этом сейчас речь. То есть, другими словами, все в разное время встречают. Просто получается, сила праздника, масса, да, вот этого времени, она у всех будет по-разному. Если вот все, или подавляющее большинство людей на Земле встречает именно 1 января, 31 декабря, ночь с 31 декабря на 1 января, то тогда вот этот эгрегорум будет самый большой. И это будет огромная масса всяких дел на Земле, всяких стран на Земле, их деяний, и людей в том числе, проживающих в этих странах, масса людей. Объединение будет, объединение, то есть это будет единое целое. Этот год будет такой, встречаемый вот всеми вместе, или в большинстве людьми, он будет объединяющий, то есть это будет огромная масса привязок, понимаете. Кому-то это выгодно, естественно, вот объединить всех вот так, для того, чтобы
ну, сами понимаете, управлять. Получается, что чем больше людей встречает Новый год, тем больше его сила, энергетическая сила. Тем больше можно что-то задумывать, ярче воплощать, ну, я имею в виду в масштабах страны, там, и даже отдельной личности, отдельного человека, или отдельной семьи, какой-то ячейки людей, понимаете? Но с другой стороны, конечно же, все зависит от сознания, от огромности сознания. Потому что, может, один человек на Земле встречать Новый год, ну, вот у него так, да, 15 апреля, к примеру, я говорю, да, и он сможет всю Землю охватывать и держать. И за счет того, что он встречает именно 15 апреля, он может управлять всей Землей. Нет, я не собираюсь сейчас говорить, когда встречаю Новый год я. То есть, оказывается, если сильное сознание, очень сильное на Земле, и встречает Новый год отдельно когда-то, и никто не знает когда, то это сознание захватывает целый мир Земли и может управлять этим миром. Но для этого надо быть достойным по масштабу, по уровню. Представляете, да, какой должен быть уровень, чтобы так охватить Землю? Я не думаю, что на Земле есть такие люди, чтобы вот именно всю Землю охватить. Я думаю, что их практически нет. Ну, что там думаю? Конечно, знаю. Нет, таких людей нет. Но о себе опять говорю, никому говорить не собираюсь. Когда я встречаю, какая у меня масса сознания, это никого не касается. Это моя личная жизнь. Итак, получается, когда встречать Новый год и какое количество встречает Новый год, это большое дело, да, людей. От этого зависит масштабность управления страной или странами, континентами. А если встречать Новый год, представляете, Солнечной системы, а? А кто? Вот скажите, у нас есть Новый год, праздник такой на Земле, который будет встречаться как Новый год Солнечной системы, а? Нету. Нет, теперь есть. Есть. Это квантовый календарь. Изучайте его. Я создал его для вас. Есть такой теперь календарь, и вы можете встречать Новый год вселенского масштаба. Слышите? Даже не Солнечной системы, а вселенского масштаба, масштаба мироздания всего. Мы начнем управлять временем во всем мироздании. Слышите? Во всем мироздании. И мы затормозим его в 4 раза, и люди будут жить в 4 раза дольше. Вот к чему ведет квантовый календарь. Живите по нему. Для начала 400 лет. А дальше перейдем и будем жить еще больше. Вот так бы я ответил на этот вопрос, Рация. Как вы считаете, когда нужно встречать землянам Новый год? Каждому народу в свое время, так как это было выработано традицией, или же в один день? Но если праздновать Новый год в один день, то в какой? Какой день, время года наиболее логично, энергологично подходит для празднования? Я отвечу очень коротко на этот вопрос. Конечно же, надо встречать по квантовому календарю. А квантовый календарь предусматривает Новый год в 4 года раз, в 4 наших года, вот которых мы сейчас живем годы, да? Это они называются чети по квантовому календарю. Один год чети называется. Так вот, в 4 чети один раз отмечается Новый год по квантовому календарю. Потому что 4 раза продолжительность жизни там больше. А когда отмечается? Вот если у нас здесь 29 февраля, то в ночь 29 февраля на 1 марта и будет Новый год. И будет Новый год. То есть весна. Весна. Но это вот пока вы еще живете как бы в этом измерении, да? То есть, получается, это единый, общий для всех людей желательный Новый год, потому что это Новый год утвержденный и распространяющийся Новый год всемирно-вселенского мирозданческого масштаба. То есть это все мироздание сюда подпадает.
Поэтому надо вам привыкать, уважаемые телезрители, это мое мнение, если хотите жить 400 лет, а не 100, хотя бы по этой причине, привыкать встречать Новый год в ночь с 29 февраля на 1 марта, то есть первый день весны в 4 года раз. Но жить лучше по квантовому календарю, и вы там все поймете. Пожалуйста, наберите в любом поисковике в интернете просто два слова волшебных «квантовый календарь» и выходите на его проспекты, читаете, скачиваете и живите по нему 400 лет. Скажите, пожалуйста, существует Дед Мороз или нет? Можно загадать желание в новогоднюю ночь? И чтобы проснуться утром, и чтобы оно сбылось. Если обратиться к интернет-ресурсу, то да, мы обнаружим, что существует Дед Мороз, причем и не один, и имена у него будут разные, и живут они в разных местах. Но даже если ему позвонить, то вряд ли желание человека реализуется. Хотя, наверное, такое тоже бывает. Как вы считаете, существует Дед Мороз или нет? Существует Дед Мороз или нет? Рати, я тебя понимаю, да, ребенком быть хочется и мне также. Ну, а мы с тобой и так дети, да? Мне 14 лет, вот, а тебе там даже поменьше. Значит, итак, я вам скажу вот о чем, уважаемые телезрители. Если вы сейчас просто придумаете в своей фантазии какую-нибудь абракадабру, ну просто какого-нибудь зверька, которого на Земле никогда не было. Вот просто придумали, сфантазировали или поднарисовали его, да? И вложили в него определенные свойства, эгрегорные там и так далее, зависимости, взаимоотношения в этом мире с кем-то конкретным, может быть, или абстрактные взаимоотношения. Все! Вот с этого момента этот зверек уже существует. Уже существует. Ну да, вы скажете, ну предметно его нет, хотя в мультике можно показать. Но даже если не надо показывать в мультике или не будете его показывать в мультике, он есть в голове у вас, в вашей фантазии, а значит он есть. Этот зверек уже живет. Живет среди вас, среди тех, кто знает о нем, и даже кто не знает, все равно на любом расстоянии он уже работает, понимаете? Он уже работает. Я помню, я говорил, да, моим соученикам, извините, что я такой сейчас пример приведу, вы не думаете о себе, а просто в сторонке его увидите, чтобы просто понять. Я говорил, вот, как лечить рак, допустим, любой уровень рака. Я говорил, вот слепите зверька такого, вот который вот кусается, да, его лепит человек, а он прям такие зубы, он кусается, и этот зверек, вообще-то, он рассчитан только на то, чтобы пожирать раковые клетки. И запустите в человека, в того, который болен раком. Зверек прыгнет, да, руки отряхнули, все, оставьте его на 3 дня. Даже если человек не знает, зверек будет жрать эти клетки, он сожрет и сдохнет там. А потом через 3 дня вытащите этот труп, да, ну, оденьте какие-нибудь энергетические астральные перчатки, достаньте, выбросите, или под водой смойте, или сожгите, то есть огнем обработайте руки там и так далее. То есть, другими словами, о чем я говорю, что, казалось бы, ну что ты придумал какой-то зверек? Но самое интересное, что когда я вот это преподавал, это уже много лет прошло, я помню, была в журнале статья такая интересная, может быть, ее уже забыли люди, или даже не обратили на это внимания, или поняли это как единичный случай, но это абсолютный факт. Статья, которая подтвердила вот тот рассказ сейчас про зверька, который я вам говорю. Подтвердила, она уже была через несколько месяцев, как я уже обучал людей своих. То есть я придумал, сфантазировал, а кто-то, а может быть даже услышавший от меня, да, попробовавший, или же случайно так получилось, но кто-то там, вот в этой статье было описано в журнале, кто-то какой-то человек, который был болен раком, он спал, и ему приснилось, что в него влезла мышь, какая-то крыса, что ли, даже крыса, по-моему, не помню точно, мышь или крыса, ну давайте крыса скажем, влезла в него, и ему стало жутко. Когда он проснулся, он вдруг понял, что в нем внутри, энергетически присутствует в его теле физическом некая крыса, которая, кстати, он так чувствовал, жрала его раковые клетки. И он это ощущал прямо физически, так статья описывала.
И потом он стал волноваться. Три дня он ходил беременный этим состоянием, что ну как же так, она же там вот будет сидеть или сдохнет, завоняется, говорится, надо, чтобы она вылезла. И вот через три дня ему снится снова сон, что эта крыса вылезла из него и сдохла. Дальше его проверили. Вы уже заулыбались. Никакого рака нет. За три дня самая последняя стадия прекратила существование. Вы слышите, как интересно? Вот вам интересное дело, да, получается? Просто приснился зверек. То есть придумай что угодно, оно уже существует. А теперь отодвигаем это все в сторону. Выбросили, забыли. Пример есть, но самое главное, что мы поняли, что все, что вы думаете, происходит. Вот Шерлок Холмс, да? Он же придуманный герой, а ему и письма пишут со всего мира. Вы что думаете, он не существует? Да, конечно же, он есть. Как же он не существует? Вот любой человек, даже сыщик или даже не сыщик, вдруг может получить одержание от Шерлока Холмса, понимаете? И вдруг начать действовать по этому методу дедукции, величайшему в мире, придуманному Конан Дойлем, и у него будет получаться. В нем будет сидеть этот вот герой. Потому что он существует энергетически. Мало что его там нет, вот физически он не материализованный. Но он есть среди нас. Любой герой, который описан в романах, где угодно, он существует, он есть. Поэтому любая ваша фантазия уже родилась, уже материализовалась. Понимаете? Вот в чем дело. А уж как раз и спрашивает о Новом Годе. Извините, пожалуйста. Ну, Новый Год. Дед Мороз. Сколько традиций, да? Сколько к нему обращений, сколько поддержек энергетических, огромнейший авторитет во всем мире, начиная с пеленок, с детства, у каждого это в логику заложено. Да, мышление и жизни до самой старости и смерти. Человек носит Деда Мороза в себе, и Раси сейчас скучает по нему, это слышится в вопросах его. Так вот, Раси, есть Дед Мороз, улыбнись, есть он. И вы, уважаемые наши телезрители, улыбнитесь. И он есть не только просто так, а он реальный есть. Ну, конечно, те Деды Морозы, которым пишут письма, это ну как бы отдушину для людей придумали, там, чтобы хоть как-то да, люди успокоились. А на самом деле вы можете вполне чувствовать Деда Мороза и обращаться к нему напрямую, потому что это не персонаж даже, а образ, и даже больше, чем образ. Это сущность, это личность. Существует. Всеслав, вы могли бы научить, как себя вести, чтобы Дед Мороз исполнил желание? Прежде всего, не надо задумывать сверхнебесное. Не задумывайтесь за 3-9 земель, задумывайтесь за ближайшим поворотом. Вот что вам конкретно сегодня точно нужно, и вы знаете, что это реально. А как это понять реально? Ну, то есть вы понимаете, что это может принести ваш друг, позвонить и подарить друг вам. Это может вдруг оказаться выигрышем, да? Или это может оказаться вашим награждением, наградой за какую-то работу. Или, может быть, даже вы у кого-то попросите, и это вам дадут. То есть надо вот такое придумать, во что вы легко поверите. Во что вы легко поверите. И тогда ваше желание точно сбудется. Конечно же. Можно взять и несусветно огромное, и за 3-9 земель тоже. Но тогда надо обладать огромным сознанием. Я бы сказал, самым огромным, то есть детским. Слышите? Ребенок обладает самым огромным сознанием, когда он еще не испорчен этими корыстями. Побольше урвать и в карман положить. Да? И, хотя я вот недавно шел, гулял по улице и смотрю за школьным забором там... Простор, поляна заснеженная, и дети на лыжах, и девочка несется, да, несется, и хорошо очень идет отчетливо на этих лыжах и свою подругу обгонять. А я думаю, ну ты же на гордыне, посмотри, что ты делаешь. Она падает, запутались у нее ноги в этих лыжах, то есть ее тут же Господь остановил, и она теперь пошла самая последняя. То есть получается, гордыня, вот эта вот наша корысть, она не дает воплощать наши задуманные и просьбы, поэтому не материализовывается, понимаете? Нужно под Новый год, ну, откройтесь чудесам, поверьте в это по-настоящему и абсолютно наивно, без каких-либо задних мыслей, а уж передних тем более, да,
Просто поверьте в это чудо и докажите себе, почувствуйте, что вы правы, что вам это точно нужно, что это огромная степень необходимости, а не корысть, чтобы погордиться перед кем-то или каким-то соседом, да? И у вас все получится. Ну, вот в этой передаче пока я могу сказать так. Если хотите больше подробностей, ну, есть огромная наука у меня управлять желанием, да? Пожалуйста, приходите, мы будем заниматься с вами, я научу вас этим материализациям. Ну, а пока так, как я рассказал. Ну что ж, следующий вопрос, Рация. Скажите, пожалуйста, с чем связано то, что Дед Мороз в основном существует для детей? Ага, значит, я все-таки угадал, что Рати очень скучает по Деду Морозу. Ну, кто тебе сказал, мой уважаемый соученик, что он существует, Дед Мороз, только для детей? И для тебя также существует. Радуйся, ратуй, все нормально. Обращайся к ним. И вы, уважаемые телезрители, так называемые взрослые, любите Деда Мороза. Верьте в него, он реальный, он есть энергетический. И он существует не только для детей. Отказавшись от когда-то от Деда Мороза, вы стали якобы взрослыми, да? На самом деле вы стали деградировать. Ну, извините, что я так говорю, но это факт. Ребенок развивается, потому что он верит в чудо. И как только перестает верить в чудо, человек начинает деградировать. Понимаете? Поэтому продолжайте верить в чудо, и вы будете всю свою жизнь развиваться и получать новые возможности в жизни. Совершенство. Верьте в Деда Мороза. Он есть для вас. Как вы считаете, должен ли человек верить в чудеса, или же ему необходимо быть самому творцом своих желаний? Ну, тут я скажу так, Рати, что если, извините, на попе всю жизнь просидеть и верить только в чудеса, то, может быть, все и получится в жизни, но она будет неинтересная, потому что сам-то ты ничего не делаешь и не пользуешься ничем. Все равно придется когда-то поднимать попу и хотя бы пользоваться чудесами. Поэтому, в общем-то, я считаю, что здесь надо жить гармонично. Надо верить в чудеса обязательно, но и ишака привязывать, да, как говорят, на Бога надейся, но и ишака привязывать. То есть и самому тоже вот брать, да, руки готовить свои, ноги, голову и так далее, идти и работать и делать, понимаете? Обязательно нужно делать. А как же вы хотите? Ну, не только руками можно делать, но и конструкциями энергетическими особыми материализовывать задуманное. Но для этого надо учиться. Приходите заниматься, научу, нет проблем. Вот. Можно заниматься и по интернету тоже. Я скажу вот как, еще раз подытоживая свой ответ. Обязательно гармонично все делать нужно. На основе собственной веры в чудо, веры, флаг который никогда, или паруса, которые никогда у вас не спадают, вы всегда счастливо верите в чудо, что бы ни было в жизни, верите в чудо. Так легче жить, вот увидите. Как минимум легче жить. И обязательно сами что-то физически делаете, материализовываете, создавайте. И обязательно делайте чудеса для других людей. Чтобы вот вы что-то сделали. Это главный совет. И человека вдруг обрадовали так, что он понял, для него это чудо. Просто чудо. Старушка идет по улице, для нее чудо, ей дали 1000 рублей. А она там мелочь просила. Понимаете? Ну, я к примеру говорю. Чем больше вы будете делать чудеса для людей, тем больше у вас будет точно тоже потенциала получать чудеса. Но если вы будете делать эти чудеса для кого-то корыстно, то вы ничего не получите, вы уже вознаграждены, как трактует Библия. Поэтому делать нужно так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Вот. И обязательно, конечно же, нужны конструкции, если вы хотите еще и энергетические материализации научиться делать. Но тут только знания. Милости просим, приходите. Будем заниматься. Вы могли бы посоветовать землянам, как правильно отмечать Новый год, чтобы все было энергетически логично и корректно? Новый год, как я уже сказал, конечно же, лучше отмечать по квантовому календарю. Ну, пока я скажу просто о том, как к нему готовиться и как вообще его встречать энергетически правильно.
Поэтому каждый уже будет встречать, пока может, свой Новый год. Но не забывайте, появился квантовый календарь. И приобщайтесь, приобщайтесь. Чем больше вы приобщитесь, тем быстрее планета перейдет по этому квантовому календарю через квантовый скачок в новое сознание, в эру нового сознания. Итак, вот пока берем обычного человека, рядового, который встречает Новый год 31 декабря какого-то, да, года, 12-го. Что там у нас есть? 31 и 1 января, правильно? Вот два дня у нас есть. Я вам открою тайну, о которой практически никто не знает на Земле. Не знает, потому что это авторская тайна. У Соло много тайн, и некоторые он открывает. Ой, мне часто говорят, а вам не надоело, вот, или вам не страшно, или вам не жутко, или же вам не жалко делиться знаниями, постоянно давать знания. Я говорю, не жалко, хватает знаний. Я их знаю столько. Промолчу. Итак, 31 декабря. Вот за день, за сутки до Нового года весь предыдущий ваш год сворачивается за эти сутки. Вот начиная с нуля часов и до нуля, когда будут бить, если мы в России встречаем куранты, и мы будем поднимать бокалы шампанским. Ну не мы, а кто-то встречает. И я лично встречаю по квантовому календарю. Итак, вот эти сутки сворачивается ваш предыдущий год. Все 365 дней или 366, они сворачиваются. Что происходит? А вот какие у вас были основные настроения по году, конфликты или же какие-то события, праздники, что угодно, переживания, болезни, даже все, радости, впечатления какие-то, поездки. Вот все это будет микропереживаться в течение этих суток, сворачиваться. Вы можете даже просто взять и проследить, просчитать, как по арифметике, как говорится, на какой час, какой месяц приходится по свертке. Вот 12 месяцев у нас, за 24 часа, значит, каждые 2 часа месяц сворачивается, да, посчитайте. То есть, значит, январь свернется у нас с 0 часов до 2 часов ночи, февраль свернется с 2 до 4 часов утра, март свернется, это предыдущего года, который заканчивается, мы на 31 декабря говорим, да, свернется у нас с 4 до 6 утра и так далее и тому подобное. И в конце концов декабрь свернется с 10 вечера, 22.00 до 0 часов, когда будет уже шампанское подниматься. Можете отследить. Я вам точно говорю, все настроения повторяются. И здесь я вам даю фантазию. Пожалуйста, вот на следующий Новый год попробуйте, вы увидите. Другое дело, как себя вести, да? Ну, здесь можно кое-что посоветовать. Ну, вот как себя вести человеку, который вот так вот идет по свертке? Ну, как обычно люди реагируют? Что в нем возникает, то он и преподает, понимаете? Вернее, выдает на гора. Ну, сейчас фигово на душе. Он начинает психовать, там еще что-то, да, конфликтовать. Ну, это все будет такое легкое. То есть не настоящее, как в погоду было, там смерть, если человек переживал серьезные потрясения какие-то. А вот какие-то все равно будут явления вот за этот день, 31 декабря, которые будут показывать свертку вот всех предыдущих событий по году. Можно им отдаться просто, вот как оно есть, и делать свои дела задуманные. А лучше, конечно, в этот день ничего не делать, ничего не планировать, а отдаться состоянию легкости и куда поведет. Ну, конечно, только что не отдаться идиотизму какому-нибудь, чтобы увело непонятно куда и оказаться непонятно где, и спросить себя, а это где я, да? Это шутка. То есть, вот, короче говоря, конечно же, просто расслабиться можно. А можно взять и отслеживать, а какие состояния, настроения, даже записывать их, анализировать, да? Можно и так, можно и так. Но все-таки рекомендация есть. Постарайтесь на все это смотреть со стороны, на любые ваши 31 декабря проявления чувств, любые эмоции смотреть со стороны. Постарайтесь им не отдаваться, пускай они, может, из вас пытаются вырываться или даже будут вырываться, а вы как бы со стороны, как актер, смотрите, как они проявляются. То есть постарайтесь их в них не залазить, не одевать их шкуры. Потому что инерция – дело такое, потом вылезти трудно и можно перенести на следующий год, понимаете, да? Вот. А дальше с 0 часов 1 января уже, когда Новый год состоялся, все встретили у вас, да, вот,
кто встречает так, то сутки будет разворачиваться следующий год. Ну, помните, как говорят, как Новый год встретил, так его и проживет человек. Так вот, разворачиваться будет следующий год. И как он разворачивается? С нуля часов до двух опять. Январь разворачивается с двух до четырех. Февраль с четырех до шести. Март, а потом все ложатся спать. Да? Апрель, май, дальше июнь, а то и июль все спят. И только в августе начинается раскачивать, начинает раскачиваться. Ну, кто-то не спит, тот, значит, делает что-то. То есть, понимаете, как напрямую не надо это понимать, что если ты спишь, то, значит, весь год так и будешь спать. То есть, сутки не спать. Нет, это, конечно, неправильно. Потому что, когда человек спит, у него тоже идет кармический поток энергетический, и он тоже получает на целый год определенный материал воплощений, встреч, событий, отношений, изменений каких-то и так далее и тому подобное. Поэтому все равно, даже если вы спите, все равно идет построение за эти сутки 1 января на следующий год. Но другое дело, что к ним можно присмотреться или же искренне, слышите, некорыстно, себя специально повести как-то так, что тогда в новом году в это время и будут такие манеры и такие позывы. То есть, может, кто-то захочет писать стихи в марте, и поэтому он тогда с 4 до 6 утра начнет вдруг читать стихи, искренне сочинять, сядет их там, лечит что-то. И у него действительно в этом году что-то может такое пойти, если он искренне попал, понимаете? Там тоже не так просто, приходите, научу вас этим состоянием, потому что там нужно и состояние мира добра выдерживать, и многое-многое другое уметь. Не каждый может сразу интуитивно попасть в правильное состояние. Поэтому я и учу людей. Так вот, то есть можно, конечно же, видите, заниматься построениями в этот день 1 января. Ну, еще раз подчеркиваю, что это все авторские разработки. Я давно это преподаю своим соученикам, уже 25 лет знают это все и записывают по всей стране в конспектах. Понимаете? Поэтому имейте это в виду, если вы захотите вдруг на этом, говорится, руки греть, то прежде всего обратитесь к автору, иначе ваши руки сгорят. Это я, может, пошутил, хотя каждой шутке есть доля правды. Итак, значит, получается, смотрите, 1 января – это разверточки. Это развертки. Можете в них поучаствовать, а можете вообще, говорится, спокойно кушать, жевать свою колбасу, оливье и так далее, или спать лечь. И вообще просто болтать с кем-то, смотреть телевизор, что хотите, делайте эти сутки. Но все равно энергии проявятся. Но я вам скажу, если вы хотите осознанного года, все-таки позаботиться о построениях придется. И правильно себя вести, эмоционально проявляться. Но запомните раз навсегда, корысть не пройдет там никакая. Только честное состояние сможет материализовываться. А тут уж надо этому учиться, только учиться. Вот такие мои советы, рекомендации по энергетическим отношениям и встречам любого Нового года. Естественно, в квантовом календаре там все по-другому. Один день вот нашего параллельного мира в квантовом календаре называется Тайла, то есть свет и отсутствие света, да? То есть день-ночь, да? И вот четыре, получается, дня так называемых, да, вот этих тайлов, да, это один сит. Сит – это день в верхнем параллельном мире. То есть в один день у нас там, в квантовом календаре, проходит четыре этих вот тайла, да, то есть день-ночь, 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 день-ночь. И поэтому там Новый год будет сворачиваться раз в четыре года, да, чети, то есть вот 4 года нижнего мира, раз в 4 года, то есть 4 наших дня, так называемых, и 4 дня разворачиваться. Ну, а там это будет один день, один сит. Сворачиваться, один сит, разворачиваться. Ну, если какие-то подробности будут уж совсем вас интересовать, я думаю, по аналогии вы сами поймете, да, что вот я рассказывал для обычных людей с 31 на 1, да, встречать, что в квантовом календаре там только будет 4 раза больше по времени все. А суть построений или сверток, разверток, вся остается та же самая. Что ждет человека, если он откажется праздновать Новый год и проведет свой день как обычный? Рация, мне кажется, я уже ответил на этот вопрос. Что ждет человека, если он проведет свой день как обычно?
Да ради Бога. Ну просто, если он не будет участвовать, да, активность какую-то проявлять в рамках бескорыстия, то есть не будет сам строить, ну тогда оно само за него все построится по карме его, по судьбе. Вот что положено, то и будет у него, понимаете? Можно вообще вот просто, говорится, все сутки проспать и 31-го два дня проспать. Все равно будет то, что должно быть. Но можно и активно участвовать. И то, что должно быть, может и не быть, или сгладиться, или усовершенствоваться. Поэтому, в общем-то, конечно же, осознанность всегда приветствуется, но осознанность бескорыстная. Одним из символов Нового года является ель. Как бы вы могли объяснить этот факт с позиции энергологики? Почему принято на Новый год наряжать елку? Вот если с точки зрения энергетической чисто взять, да, то что такое дерево, ель, сосна там и так далее, елка? Ну, это прежде всего живое существо, которое способно что, как нейтрализовывать что-то или впитывать, так и давать что-то, да, какие-то энергии. Но когда это ель и елка, да, она спилена и стоит в ведре у человека, сами понимаете, во-первых, это же мертвое уже дерево или же умирающее. Хорошо это или плохо, подумайте сами. Ну и думаю, что каждый ответил себе уже на этот вопрос. Поэтому, в общем-то, ну, это надо уже рассчитывать на такое благородство от этого дерева в сторону вашего Нового года, чтобы вот оно, умирая, будет вам давать только самое лучшее по энергиям. В общем-то, это, конечно же, кощунство. Кощунство и убиение. Но еще почему именно ель? Почему сосна? Конечно, в лес лучше выбежать, хоровод поводить там. Это правильнее. Или даже просто возле любого дерева, говорится, нарядить его, да, и живого, не убивая его, да, и встретить Новый год, покружить хороводы. Другое дело, что здесь вот почему сосна и ель. Иголки, да, иголки вот эти, они олицетворяют собой энергетические прикосновения. Эти иглы, они способны астральную защиту возводить, астральную защиту. И поэтому какие-то астральные сущности, которые будут пытаться сейчас внедряться в ваш Новый год для построений, для каких-то помех, для болезней, может быть, вот они-то будут об эти иголочки-то и уничтожаться. Понимаете? Даже если дерево и мертвое, или умирающее, все равно иглы будут выполнять свое предназначение. Поэтому вот как наиболее сглажено, если уж вы решили купить дерево, вот убитое, не вы же его убили, да, кто-то убил, взял грех на душу и продал вам, если уж вы взяли дерево, то постарайтесь его подкормить как можно больше, чтобы оно у вас простояло и жило, пока вот само не умерло, да, вот. Или же тогда душой своей, да, отнеситесь к нему искренне, похороните это дерево, в конце концов, ведь можно действительно его, можно сжечь, и лучше всегда сжечь, или закопать, но, ну, чтобы душа не маялась, чтобы не выбросить просто вот так вот его, как хлам, да, а вот с человеческим отношением, ну, тогда многое сгладится, и ваш Новый год будет, как говорится, не с небольшими потерями. Я думаю, что многих россиян волнует вопрос: кто же родители Снегурочки? Кто родители Снегурочки? Зима, матушка, так называемая. Зима. Женская, да, видите, начало. Она и есть мама Снегурочки. Зима. Вы скажете, а кто папа, да? А папа? Кто, как вы думаете? Если Мороз – это дедушка, то кто может быть папой? Вот здесь вопрос интересный. Мама – зима. А папа кто? Вот этот вопрос я оставлю пока неотвеченным. Поэтому вот рацию лучше на следующий раз как-нибудь, или вам, уважаемые телезрители, почесавши затылок, попробовать, или кого-то спросить об этом, или же ответить самому, кто же папа Снегурочки. Маму мы нашли уже. Как вы думаете? Кто папа Снегурочки? Сеса, вы могли бы научить
Земля какому-либо магическому обряду, который можно было бы совершить в новогоднюю ночь. Это вполне возможно. Но больше это подходит, то, что я сейчас попробую подсказать моим телезрителям уважаемым, больше подходит более пассивному человеку, нежели активному, который сам творит свои жизни. Поэтому я расскажу для тех, кто привык, ну, по накатанной, что ли, больше жить, да. Ну, возьмите блюдце, я думаю, это многие даже знают. Возьмите блюдце, возьмите листок бумаги, скомкайте его хорошенечко по типу того, как для туалета готовят бумажку, да? Ну, так уж, чтобы прям вот, как промокашка мягкая все было. Вот. Блюдце переверните и на обратную тыльную сторону, где вот ребрышки на блюдце, да? Положите эту бумагу, возьмите свечу зажженную возле стены, стены станьте, подожгите эту бумагу. Вот держите блюдце, бумага горит, а здесь свечу держите недалеко от этой бумаги. И смотрите на стену, на то, как играет тень от сжигаемого листка бумаги. И вот она, вся тень, покажет фигурально, то есть вот в метафорах, в образах, как вот на кофе гадают, да, люди, что вас ожидает на этот год. Вы увидите полностью. Если расслабитесь и без всякой корысти, безучастно, вот как вот оно есть, а просто будете думать о каких-то событиях, о желаниях каких-то на этот год, вы увидите все, что есть и как есть. А метафоры, какие бы там образы будут появляться, если что-то не совсем понятно, ну, всегда можно в сонниках посмотреть, чему на что похоже, да, ответить. Или же у кого-то более грамотного спросить, даже у меня может задать такой вопрос. А я думаю, что в основном все сами разберутся, что произойдет. Почувствуете. А некоторые моменты, может быть, не стоит никому вообще рассказывать. А вы просто ставьте их как ключик у Буратино для того, чтобы потом открыть какую-то золотую дверцу своей жизни в этом году. Ну, вот такой маленький микросовет, улыбчивый, но я вам порекомендовал. Спасибо. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Я думаю, она получилась достаточно интересная, многогранная, такая миниатюрно энергетически насыщенная. Рацию огромное спасибо за его достаточно наивные и в каком-то мере и глубокие философские вопросы. Я рекомендую всем нашим телезрителям полюбить наш канал. Вы его любите, я это знаю. Подписывайтесь на него на Ютубе, пожалуйста, в моем блоге, на мой блог подписывайтесь, чтобы сразу же, как только выходит новая передача, тут же приходить и смотреть одним из первых ее и понимать ее, и быть носителем его. Вы знаете, как очень важно быть носителем, первым носителем какой-то информации. Вот представьте себе, вы самый первый человек, который увидели передачу, да? Значит, от вас уже многое будет зависеть, как эта передача будет распространяться. Вот все, кто первые видят передачу, это же носители передачи. Сейчас мои враги кинутся, скажут, мы будем первыми смотреть твои передачи, чтобы они никому не достались. Вы знаете, ну не хочу в экран дулю показывать, потому что там же сидят и благородные, и хорошие зрители. Мои уважаемые вражунишки, смотрите ради Бога. Все передачи закодированы. Закодированы только на добро, понимаете? И поэтому, если вы будете в корыстных целях пытаться что-то распространять или уничтожать, или перенаправлять, ну, уж не обессудьте за возвратные удары. А вот для серьезных телезрителей, которые меня сейчас правильно услышали, вы носители информации. И поэтому, когда вы первыми появляетесь с этой информацией где-то, то вы уже и в жизни становитесь более лидером первым. Вы увидели одним из первых передачу, и просто стоите на остановке автобусной, а от вас веет этой информацией, значит, вы постепенно везде распространяете состояние «я первый», «я лидер», «я первый», «я лидер». Энергетически от вас веет этим. Вы первый, понимаете? И вы привыкаете к этому в своей жизни, и ваша жизнь начинает налаживаться, и вы действительно становитесь первым, и у вас и прибыли денежные увеличиваются, и многие-многие вещи поправляются в жизни. И среди друзей вы становитесь вдруг уважаемым и нужным человеком. И на работе также. Поэтому я вам предлагаю серьезные вещи.
Это ведь не от каждой первой информации можно таким стать, а именно от просмотра наших передач, которые меняют мироздание. Каждая наша передача, новая передача телевизионного канала NERS TV, меняет целое мироздание. Становитесь ее первыми зрителями. И я не шучу, это факт. Ну что ж, мира и добра вам, удачи, осознания себя. Мы ждем вас. Смотрите наши новые передачи.